Ты в курсе, что Оливия сохнет по твоему парню? Круто! Что за бред? Может, хватит? Пенелопа? Действие. Поцелуй Оливию. Вот это я понимаю, вечеринка. Класс. Картер. Правда. Какие у тебя виды на нашу милую Оливию? Мне нужно было заманить сюда кого-то с кучей друзей. Оливию оказалось легко обвести вокруг пальца. Вы все здесь, потому что меня не волнует ваша смерть, если в результате я останусь в живых. Какого черта? Это не просто игра. Где бы ты ни спряталась, что бы ни делала, она найдет тебя. Ты чего? Да так. После той поездки в Мексику творятся странные вещи. Да ладно. Я серьезно. У меня видение. Правда или действие? Действие. По-твоему, я спятила? Не то слово. Эта девушка хочет поиграть. Мое действие — показать всем свой прибор. Уже видели? Не впечатляет. Картер сказал, если соврешь, умрешь. Не выполнишь действие, умрешь. Откажешься играть? Да пошли вы. Умрешь. Мы всего лишь пешки в этой игре. И что теперь делать? Выбирай правду. Марки постоянно изменяет Лукасу. Прости. Еще раз дотронешься, руку сломаю. Правда? Не тебе решать. Выбор делает игра. Сломай Оливии руку. Давай, бей. Я, конечно, злюсь, но не настолько, чтобы ломать тебе руку. Ты не можешь отказаться. Марки, не тяни! Эта игра слишком умная. Половина людей на фото уже мертвы. Нужно понять, с чего все началось. У нас вообще есть шансы выжить? Никаких. Все игроки должны умереть. Ты следующая. Мое действие — убить одну из вас.